Новость, шокирующая своей жестокостью. В поселке Искра Курского района врачи констатировали насильственную смерть 2-летнего ребенка. Оперативники подозревают в совершении преступления его 24-летнего отца. Он сознался в содеянном, но причины расправы с собственным сыном объяснить не смог. Я задушил его собственными руками. За что? Ни за что. Он не знал, что хотел. Вот так хладнокровно мужчина рассказывает о случившемся. Судя по восстановленной полицейскими хронологии событий, подозреваемый с супругой и 2-летним сыном приехали к теще в поселок Искра. Женщины отправились в храм, а он остался с ребенком. Обеденный сон обернулся трагедией для всей семьи. При выезде на место происшествия следственной оперативной группы было установлено, что отец ребенка, укачивая ребенка спать, задушил его руками. До настоящего времени, значит, явной причины отец ребенка пояснить не может. Известно, что раньше подозреваемый был судим за кражу автозапчастей и употреблял наркотики, нигде не работал. Однако явных причин не доверять ему ребенка у родных, по всей видимости, не было. Следователями собираются необходимые характеризующие на него данные. По делу в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемому обязательно будет проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Пока же подозреваемый заключен под стражу. Мера наказания для него станет известна после оглашения приговора суда. Согласно Уголовному кодексу, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. Кристина Кононова при содействии пресс-службы управления МВД России по Курской области.